друзья, всем привет! Мы едем с вами по улице Днепровской в сторону офиса. Забираем документы, едем с вами в город Артем. Там бам-бам-бам, и все готово. Так, сегодня у нас 2 сентября. Позавчера было 31 сентября, друзья. Ну, вы, как всегда, все поняли. Игорь Николаевич в каком-то портале живет. Вчера было 1 сентября, сегодня 2 сентября, друзья. У нас все прекрасно, тепло, но было сегодня ночью плюс 13. Так, ощущается, что осень не за горами. Сегодня тоже нам обещают 21 градус тепла. Сейчас даже посмотрим, взглянем, сколько сейчас. Ну, время еще 10 часов, 10:30. Что-то не включается телефон. Что-то не хочет включаться телефон. Сейчас мы его включим. Куда он денется? Ну да, еще 16 градусов. Нормальная погодка. Еще все отлично. Ну все, выскочил я, друзья. Едем мы с вами в Артем. Решил проехать через... Через что я хотел проехать? Ну, я, в общем, еду по Снеговой, на Дальхимпром. В общем, по той дороге. У нас здесь какой-то заторчик, непонятно, что случилось. Лавка «Гусь-карась». Фирменный магазин. Свежая выпечка. «Гусь-карась». Свежая выпечка. Я думал, рыбный магазин. Ну, я все понял, друзья. Здесь поставили светофор. Вон в чем проблема-то. Вот такие вот дела. На карьерную туда. Дивизию морской пехоты. Туда сделали светофор. И все. Жопа. Все, приехали. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Ну, вроде здесь нужен светофор, с одной стороны, нужен. Но не всегда он, как говорится, эффективен. Ну, вот он, Дальхимпром. Дальхимпром. Ну, от него только одно название осталось. Там все сейчас в аренде сдается. Транспортные компании всякие, автомобильные, опа, и не только строительные. Горностай 4 километра. Автозаправку отсюда убрали. Была автозаправка. Сделали какой-то парк автомобильный. Так, возле моря мы поворачиваем направо. И по объездной сейчас на седанке выскочим. Все, полетели. Да, друзья, насчет штрафа. Посмотрел я внимательно, где меня оштрафовали. Оштрафовали меня на 100 лет. 100 лет Владивостока, 182. Оштрафовали вот здесь же, на этой трассе, только где, не знаю. Надо посмотреть, где знаки стоят и где стоит камера. Это два. И третий у меня в поселке Новом оштрафовали. Вот такие вот дела, друзья.
А третий штраф пришел вот по этой дороге. Я, наверное, также разворачивался, ездил или в Артем, или куда. И меня бам-бам-бам. Благо, вот хорошо, онлайн можно штрафы платить. Не 500 рублей, там выходит 299, но все равно скидка. Сразу оплатил, никаких проблем. Вообще четко. Удобно. Так что будем здесь сейчас ехать спокойненько. Да. Спокойно, спокойно. Главное спокойствие. Да, я думаю, наверное, вот здесь где-то висит знак, я как-то видел. 70 километров в час, что ли? Сейчас взглянем. И вот где-то меня здесь прилетело письмо счастья. Сейчас взглянем. Да, вот висит знак. А я здесь постоянно. Хорошая дорога. Я здесь меньше 90 километров в час не еду. А здесь знак висит сколько? 70. Все правильно. Значит, где-то здесь. А где висит камера, я, конечно, не в курсе. Ну, может быть, здесь на баннере. На баннере не видно. Сейчас посмотрим. А, нет, наверное, вот этот подвесной мост вот этот. Да. Ах вы жулики. О, монета называется. А, вон вы где. Все, теперь понятно. Друзья, не успел включиться. У нас везде военная инспекция стоит по дороге. ГИБДД, ФСБ, ФСО. Проверяют все подъездные пути. Так как у нас начинается 5 числа Восточно-экономический форум. На следующей неделе будет тяжеловато ездить. Сейчас надо будет аккуратно. А я еще подумал, куда делись все ларьки, то один убрали, то второй, то третий. А вот с этими, с безопасностью убирают все с дорог. Все, что лишнее, все, что не нужно, все, что мешает, убирают. Тисов-арена тоже стоят. Согласен, безопасность превыше всего. Мы подъехали к Артему. Сейчас мы здесь сделаем заявочку и потом по аэропортовской дороге заедем, еще одну заявку выполним и обратно в городе Владивостоке одну, и все, и будем с вами отдыхать. В Артемчике тепло, светло, мухи не кусают, солнышко светит обалденно, цветочки цветут. Вообще в Артемчике тоже все замечательно. Подъехали к развязке. Так, аэропорт 1,5 километров, Владивосток 20 километров, Находка 146 километров. Так, в Находку нам не надо. Грузовичок что-то там летит, как испуганный. Вот сюда нам надо. Опа. Дорога на старый аэропорт,
тоже здесь ГИБДД стоит, полиция. Ну все, поехали. Смотрю, полицейские тоже везде стоят, проверяют, где что и как. Здесь вот стоит полицейский, тут стоит. У девчонок здесь выгружаюсь, у них даже мостик здесь через канаву убрали. Сказали, сами пройдет, поставим. Я говорю, ну да. Блин, меня сейчас самолет напугал, блин. Такой, не знаю, реактивный, короче, как пролетел там, садился на двойке. Опа, вот видите, тут военные. Видите? Смотрят все. Все смотрят. Ну все, поехали в город. Поехали, поехали. Вот мы заехали в город, сейчас мы здесь сделаем на Углегорской заявочку и будем с вами отдыхать. Ну все, мы тут отгрузили. Да, вспомнил вчерашнее видео, шмидео, друзья, я посмеялся от души вместе с вами. Игорь Николаевич вас быстренько в будущее перебросил. 31 сентября и все, и ничего ты не поделаешь. Вот так вот у блогера бывает. 31 сентября и все, и хоть ты кол на голове чеши, как раньше говорили. И все. Ой-ой-ой. Бывает такое же, блин. Что у меня там как-то забилось в голову 31 сентября, все. Вот 31 она говорит августа, нет, сентября и все. И вот хоть ты убей. И даже видео я монтировал, когда... И не обратил вообще внимания, друзья. Вообще не обратил внимания. Как будто так оно и есть. 31 все. Знаешь, что 31? А какое? Сентября. Октября, ноября, декабря. Вообще по барабану. Красавчик Игорь Николаевич. Вообще красава. Просто красава. Ну все, опять мы, друзья, быстренько с вами все бам-бам сделали. Сегодня можно было, в принципе, взять выходной. Но не знаю, у нас как всегда. Можно было никуда и не ехать. Все это сделать в понедельник. До дома на диване тоже валяться. Ну, как никакого смысла. Вот никакого смысла. Даже возьмешь выходной и будешь сидеть как бамбук. Что там, телевизор смотреть? Я телевизор уже не смотрю где-то, ну, наверное, месяц это точно. Вообще, я его тут решил включить, он у меня даже завис. Вообще завис и не включается. Вообще приставка никак не может сработать. Найти волну, как говорится. Вообще, представляете? Вообще не включая, потому что там нечего смотреть. Ну, практически нечего. Так иногда что-то охота посмотреть. Ну, спорт включу, там что-то, блин, какой-то идет футбол какой-то, который я терпеть ненавижу вообще, блин. Ну, не мое это вообще футбол. Бокс или какие-то... Ой-ой-ой, мы тут приехали. Или бокс, или какие-нибудь там единоборства еще можно посмотреть. Но, блин, тоже они идут по выходным бывает там куда-нибудь надо пойти туда или сюда, и все, и никак не посмотришь. Так что сидеть дома тоже смысла нет. Это надо куда-то ехать или идти, чем-то заниматься. Вот другое дело. А что мы тут прилипли вообще по полной схеме? Просто прилипли. Вообще никто никуда не движется. Ё-парасоте, что случилось-то? А, здесь немножко люди тупили что-то. Не могли разъехаться. Кому в какую сторону, никто не знает. Ой-ой-ой-ой-ой. Мои года, мое богатство.